Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Во Владивостоке расширенная коллегия управления МВД России по Приморскому краю подвела итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений за 2019 год. Особое внимание ее участники уделили ряду приоритетных направлений работы, а также задачам на 2020 год. Анализ состояния преступности в Приморье за 2019 год показывает, что оперативная обстановка характеризуется снижением регистрации преступлений на 5%. Так снизилось количество корыстно-насильственных и корыстных преступлений, уменьшилось число разбойных нападений и число грабежей, сократилось количество преступлений тяжкой и особо тяжкой категории, в том числе убийств, снизилось число краж. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 13%. В течение года организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий по различным направлениям. Благодаря своевременным сообщениям граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, содействию добровольных народных дружин в охране правопорядка, снижена криминальная напряженность на улицах и в общественных местах. Так, количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 5,7%, а на улицах населенных пунктов – на 5,5%. Число преступлений, совершенных в быту, снизилось на 6%. Количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, сократилось на 9%, под воздействием наркотиков – почти на 10%. Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан привлечены почти 29 тысяч сотрудников полиции. Также задействованы члены добровольных народных дружин и представители казачества. В Приморье остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками. За 2019 год через границу в край въехало больше 800 тысяч иностранных граждан. Значительную часть иностранцев составляли туристы. В рамках контроля над соблюдением миграционного законодательства сотрудниками территориальных органов внутренних дел Приморского края проведены свыше 3000 специальных рейдов и проверочных мероприятий. В ходе этих проверок более 14 тысяч граждан привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства. Среди приоритетных направлений деятельности приморской полиции в наступившем году определены противодействие экономической преступности, незаконному обороту алкоголя и наркотических средств, профилактика детской безнадзорности и подростковой преступности, вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков и психоактивных веществ. Продолжится работа по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению уровня дорожно-транспортного травматизма, а также профилактике мошенничества и повышения качества предоставления гражданам государственных услуг в правоохранительной сфере. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Инкубационный период нового китайского коронавируса составляет от 1 до 14 дней, об этом заявили представители Государственного комитета здравоохранения Китайской Народной Республики. Напомним, что первые случаи заражения были зарегистрированы в Китае в самом конце 2019 года. Эпицентром стал город Ухань, расположенный на берегу реки Янцзы в центре страны. На данный момент китайские власти официально подтверждают более 2000 случаев заражения. Погибли более 50 человек. Ученые и медики уже приступили к исследованию и разработки вакцин против нового типа коронавируса. На данный момент установлено, что с большой долей вероятности вирус мутировал в организме летучей мыши и оттуда попал либо в организм других животных, либо сразу в организм человека. Дело в том, что первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов в Ухане, при том, что на этом рынке торговали тушами диких зверей, в частности лисиц, волков, змей и летучих мышей. Случаев заболевания коронавирусом в Приморье не зарегистрировано, об этом заявила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Дедковская. Вместе с тем, по ее словам, в Приморье отмечается незначительное превышение на 2,5% заболевания острыми респираторными инфекциями. Но в целом ситуация по ОРВИ и гриппу остается в пределах нормы и свойственна для данного времени года. Заболеваемость пневмониями на сегодняшний день на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, с прошлой недели в регионе усилен контроль за всеми 15 пропускными пунктами – морскими, автомобильными, железнодорожными и воздушным. Специалисты ведут двойной контроль за въезжающими на территорию края с помощью тепловизоров. Отметим, что туристы из Приморья, которые приобрели путевки в Китай на ближайшее время и еще не выехали за пределы России, могут вернуть деньги.
Советском районном суде Владивостока проходит заседание по существу гражданского иска против экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, экс-гендиректора холдинга «Восток-Цемент» Андрея Пушкарева, экс-гендиректора МОБ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и шести предприятий, входящих в группу компаний «Восток-Цемент», с которых заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь хочет взыскать в пользу государства более 3 миллиардов рублей. В режиме конференц-связи из СИЗО номер 1 Владивостока в понедельник в процессе приняли участие Игорь Пушкарев и Андрей Лушников, сообщает РИА Владньюз. Адвокат Андрея Лушникова Денис Пучков после первого заседания по делу Игоря Пушкарева после этапирования вышел на пресс-подход к журналистам и рассказал, что 27 января ничего сверхъестественного не произошло. Юрист отметил, что на заседании только огласили беспрецедентный для России иск, цена которого превышает 3 миллиарда рублей. Напомним, Игорь Пушкарев в настоящее время находится в СИЗО Владивостока и участвует в судебных заседаниях по видеоконференц-связи. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с дальневосточными губернаторами рассчитать коэффициент эффективности по основным направлениям работы как для министерства, так и для каждого губернатора. Такое поручение он дал по итогам выездного совещания, прошедшего в Москве с участием глав всех дальневосточных субъектов, главы Минвостокразвития Александра Козлова, представителей федеральных министерств и ведомств. Юрий Трутнев отметил, что сегодня складывается новая система управления развитием Дальнего Востока. Требуется постоянный анализ того, что получается, а что не работает. По словам вице-премьера, в этом году изменился формат проведения заседаний правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Акцент будет сделан на развитие социальной сферы. В частности, планируется обсуждение вопросов совершенствования системы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, организации культурных мероприятий. Напомним, на этой неделе Юрий Трутнев посещает с рабочей поездкой ряд регионов Дальневосточного федерального округа. В Приморье полпред пробудет несколько дней. В повестке дороги во Владивостоке, а также осмотр иных объектов инфраструктуры. Инспекция побывала на стройке двух детских садов на улице Маковского и в микрорайоне Патрокол. Эти два современных дошкольных учреждения вместят 470 детей, в том числе и самых маленьких. В каждом детском саду запланированы ясельные группы. Оценил ход работ глава Владивостока Олег Гуменюк. Так, сад на улице Маковского готов на 89%. В здании ведутся отделочные работы. В пищеблоке они уже завершены. Полностью выполнена система вентиляции. Сейчас ведется подготовка к монтажу оборудования. Из основных работ осталось сделать благоустройство территории, к нему приступят с установлением положительных температур. Продолжается строительство детского сада и в микрорайоне Патрокол. Сейчас подрядная организация завершает здесь бетонирование цокольного этажа. Детский сад строят по проекту, который стал основой дошкольных учреждений в Снеговой Паде. Это трехэтажное здание со спортивными и музыкальными залами, освещенные и огороженной территорией системой видеонаблюдения. Разворотное кольцо и остановку транспорта на улице Крыгина благоустроят в рамках реализации во Владивостоке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалистами Центра дорожного проектирования в рамках муниципального контракта был проведен мониторинг и разработан проект организации дорожного движения для оборудования разворотной площадки и конечной остановки общественного транспорта на полуострове Шкота. Сейчас мэрия ищет подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Первый участок, улица Сабанеева, уже обрела своего подрядчика. Согласно итогам открытого аукциона, ремонтом займется компания «Бетонсервис». Идет поиск подрядчика, которому предстоит ремонтировать и улицу Крыгина. Работы ожидаются на участке от Крыгина 12 до Крыгина 111. Ему предстоит отремонтировать проезжую часть, тротуары, лестницы, подпорные стены, восстановить смотровые дождеприемные колодцы и камеры, заменить люки и решетки инженерных коммуникаций, установить знаки искусственной дорожной неровности и ограждения. Отметим, по национальному проекту в текущем году во Владивостоке отремонтируют участки дорог на Успенского, Монтажной, Сабанеева, Коплунова и Крыгина. В этом году на острове Попово появится комфортная туристическая экотропа. Проект по развитию туристической инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития туризма». В этом году планируется полностью завершить благоустройство первого участка экологической тропы и территории вокзала прибрежных сообщений на островной территории Владивостока. Первые работы начались еще в 2019 году. В минувшем сезоне был намечен план работ на ближайшие 3 года, а также расчищена территория первого участка экотропы.
тропы. Установлены первые туристические указатели. На причале появился навес для пассажиров в зоне ожидания отправления парома. В этом году на территории пешеходного маршрута установят беседки, лавочки, информационные стенды и указатели, а также контейнеры для раздельного сбора мусора. Также по маршруту будет проведена санитарная вырубка деревьев, тропу расширят и отсыпят грунтом на сложных участках. Продолжится и благоустройство морского причала. На площадке для пассажиров появится ограждение, лавочки и туалет. Причал оборудуют в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Народная рыбалка прошла в бухте Навик на острове Русский и собрала 2500 участников и гостей. Это краевой ежегодный фестиваль по спортивной ловле рыбы. Рыбачить разрешалось только на одну удочку и с одной лунки. Ловить можно было все, что клюет. Основной добычей рыбаков стала навага, кроме нее попадались еще корюшка и бычки. Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный хвост. Народная рыбалка действительно стала народной. Здесь соревновались все, и дети, и взрослые, и те, кто увлекается ловлей рыбы десятки лет, и те, кто вышел на лед впервые. Рыбалка длилась 3 часа. После финального свистка судьи взвесили уловы всех, кому повезло в этот день, и подвели итоги. Среди 20 юных участников первое место досталось Егору Горянскому, который поймал почти 600 граммов рыбы. Он получил золотую медаль и рыболовный набор. У мужчин лучшим рыбаком стал Виктор Кириченко, улов которого составил более килограмма. В командном первенстве победил коллектив из 3 рыбаков – мистер Шифу, суммарный улов которых составил почти 1,5 килограмма. Для зрителей организаторы подготовили обширную спортивно-развлекательную программу. На сцене выступали творческие коллективы, проходили различные конкурсы и активности. Бурение лунок на скорость, бои подушками, шуточные забеги ростовых кукол, скандинавская ходьба и другие. Еще 8 действующих хоккейных коробок Владивостока в этом году стали освещенными. Работу по установке систем уличного освещения на спортобъектах производят специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей. Новые линии электроснабжения и прожекторы появились на хоккейных коробках по адресам на Суханова и улице Фадеева, на площадках по улицам Чапаева, Карбышева и другим адресам. Специалисты произвели профилактический осмотр сетей и заменили светильники на новые. Теперь освещение исправно работает еще на 8 хоккейных коробках Владивостока. В среднем на каждой коробке установлено от 3 до 4 современных энергосберегающих прожекторов. Подсветка спортплощадок включается ежедневно с 18:30 до 8 утра. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой.